Вы смотрите на него и думаете: я хочу, чтобы он стал моим мужчиной, моим другом, но для этого он должен измениться. Со мной такое было. Все эти недоразумения начались именно из-за него. Однажды он накричал на меня и сказал, что если я не захочу заниматься с ним сексом, он найдет для этого более подходящую кандидатуру. Представляете, он так и сказал. О, нет! Кажется, мы выиграли 4000 долларов! Что произошло? Ты напился и сказал, что занимался со мной любовью. Это не похоже на обычный массаж. Это эротический массаж. Да. Ты покажешь свой коронный удар? Вполне возможно. Ты разговариваешь со мной?